снова вижу у тебя нездоровую страсть сжечь бензин. Погнали! Уничтожитель климата! Мать-Земля вновь приняла нас в свое чрево! А, боже ты мой! Брэндон, хватит! Ба-ба-ба-пам, ба-бам, а теперь я катаю падре. Странный жаргон у людей в наши дни. Хорошая машина. Я когда-нибудь на ней выжимал до упора? Эй, ты сказал мне, что бросил гонять, помнишь? Что ты творишь? Ау! Крутой бандит! Расслабьтесь и не кричите. Ситуация под контролем. Прекрасные успехи, Джилли. Возьми под контроль свою жизнь и эмоции. Надо действовать спокойно и вдумчиво. Вот так я прошел через 35 лет службы. Я лучше тебе покажу, как действует там. Отлично. А теперь потихоньку дай газ. Держи контроль. Извини, напарник, у нас новое задание. Да ничего, я как раз хотел набраться у вас опыта. Это Джерико решил украсть платину. Вот. Ты сегодня какой-то нервный, Сэм. У тебя все хорошо? А у меня сейчас слишком многое на уме. Ну, расскажи что-нибудь интересное. В смысле, про твою сестру? Она милашка, вот что я скажу. Я спросил не в этом смысле. Так, чувак, меняем планы. Иди к черту, Клэр! Ты этот лотерейный билет получишь только через мой труп! Опять копы! Надеюсь, моего выигрыша на них на всех хватит. Не думаю, что они так дешево обойдутся. Ох, как ты туда подрался! А, не говори. Что они делают? Что-то нехорошее. Бэт, останови машину, я отдам им свой лотерейный билет. Пусть отстанут. Очень любезно с твоей стороны, но не обязательно.
Да уж, точно. Одним копом меньше. Зато сколько еще осталось? Еще один коп. Наверняка все узнали про мой лотерейный билет. Точно. Люди ненавидят богачей. Берт, ты первоклассный водитель. Да уж. Мастерство не пробьешь. Если мы хотим получить свой выигрыш, нам надо встать у обочины, а не заезжать на нее. А ты сам тут когда-нибудь парковался? Говорю тебе, Берт, этот выигрыш изменит всю мою жизнь. Рад за тебя, парень. Кузова это не очень хорошо. Сейчас у нас есть заботы поважнее. Судьба опять мне улыбнулась. Коп прекратил погоню. Ты и так лотерею выиграл. Куда тебе столько счастья? Платиной наверняка помог кто-то изнутри. Вот и я так же подумал. И вычислил, кто нам нужен. Деннис Хейнс. Послушай меня. 3 года там работы, тихий как мышка, а тут вдруг начал деньгами сорить как король. Вот дурак. Если мы его приметили, то и Джерика в курсе. И вряд ли это Мурат. Ну и где нам искать этого Хейнса? Он обедает с напарником в районе парка у Золотых Ворот. Надо же ему похвастаться тачкой. Ну что, испортим ему аппетит? Если мы сможем доказать, что Джерика причастен к похищению, значит, он точно еще в городе. И значит, у него есть веская причина тут оставаться. А значит, начинаем затягивать удавку. Как они добрались до Хейнса, интересно? Этот парень полный ноль. Ничего в жизни не добился. Таких неудачников можно купить за гроши. Ты уверен, что он сейчас рядом с мостом? Я только знаю, что он любит поесть в этом районе, где потише. Если он за рулем крутой новой тачки, мы его не пропустим. Вот это тот, кто нам нужен. Ты так деньгами швыряешься направо-налево, Хейнс. Говорю же, тетка померла, это наследство. Не гони, Хейнс, откройся мне. Это же ты навел бандитов на платину. Да бред, откуда такая информация? Не хочешь по-хорошему, дело твое. Пристегнись, Ромашка, сейчас будет страшно. Зарплаты вычту. Не гони, Деннис, я в курсе, на какие бабки ты купил тачку. Эй, тише, чувак. Сейчас ты мне все расскажешь. Да ты че, с ума сошел?
Если хочешь, забирай мой обед. Мне твой обед не нужен, Деннис. Ты что, рехнулся? Ты нас убьешь! Просто сознайся, Деннис. Остановись, умоляю! Скажи мне то, что я хочу знать. Остановись, ненормальный! Все, сдаюсь. Это я их навел. Ну давай, выкладывай, Деннис, все подробности. Они знали, кто я. О боже! Похоже, не только я смекнул, что ты расколешься. Сэр, спасите меня! Меня убьют! Ладно, но уйдешь в отказ, пожалеешь, что не прибили. Как в сказке. Значит, Лейла. Опиши мне ее, Деннис. Настоящая красотка, ясно? Иностранка по виду. И теперь она хочет меня убить. Я тебе помог, Хейнс. Теперь твоя очередь. Кому Лейла хотела ее продать? Чувак, платина бесценна, но ее слишком легко отследить. Они не будут ее продавать, они ее используют. Как именно? Откуда мне знать? Я просто водитель. Итак, Лейла устроила похищение платины, и Джерика намерена это использовать. Но какой ему прок от платины?
Что за бомба? Минимум 200 фунтов. Чистые нитраты. Модификация буровых зарядов. Насколько срочно? Надо спешить. Так, пойдем напрямик. Держись за другими, Райан. Обязательно? Да, конечно. Ну, или так. Быстрее, Райан, и не отрывайся от сопровождения. На нас рассчитывают. Понял. Если мы не окажемся на месте, через минуту... Будут жертвы. Очень много. Ясно. Установили визуальный контакт с подозреваемыми. Похоже, дело принимает любопытный оборот. Стоило нам заметить преступника, и мы уже его преследуем. Да, сегодня ты не уйдешь. Чего хочет этот парень, интересно? Сеять смерти хаос. Ясно. А теперь... вперед! У нас новый план, детка.